Фильм о Нолане Бушнелле, создателе культовых видеоигр Atari, будет снят на средства от ICO. Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо планирует привлечь до 40 миллионов долларов. Для финансирования проекта Ди Каприо выбрал криптовалюту. Фанаты видеоигр таким образом смогут принять участие в создании фильма. Владельцы токенов Бушнелл смогут не только получать процент от прокатной прибыли, но и помогут создать трейлер к фильму и выбрать актерский состав. Таким образом, технология блокчейн и криптовалютное финансирование позволит независимым кинематографистам и художникам не только создавать фильмы, но и владеть своими проектами.